Если престарелый ученый говорит еще не испытав, что нечто возможно, то он почти наверняка прав. Если он говорит, что нечто вообще невозможно, он почти определенно ошибается и просто и сложно. Для обнаружения единственного пути к пределу возможного, чтобы дойти, необходимо уйти за эти известные пределы, в невозможное пробить все крепкие стены. Oh, yeah! Достаточно развитая, верная технология не отличается от магии Божья промысла. Копия, эврика, говорит человек, получивший сверху, делит полученное с окружением счастью навстречу. We'll be right back.